Не секрет, що ситуація з вимушеним карантином скосила більшу частину бізнесу по всій країні. Про ресторанний бізнес в умовах карантину на минулому тижні ми поспілкувалися з Дмитром Делікатним. На цьому ж тижні обрали спортивний напрямок. Власники фітнес-залів не стали виключенням і також зазнали збитків. Зокрема, фітнес-зал «Цех», що відкрився минулоріч майже напередодні карантину. Сім'я Копилових довго готувалася до його відкриття. І сьогодні Валентин Копилов розкриє секрет, як під час карантину втриматись на плаву та залишитись оптимістом. Буквально год назад ви з Олей відкрили, Оля, це твоя жена, для телезрителей, хто не знає, ви почали свій бізнес, відкрили свій фітнес-зал. Розкажи, пожалуйста, які види услуг ви на тот момент предлагали, як ви виросли за этот год, ну і потім як-то ближе к карантину подійдемо. Естественно, это был стартовый капитал. Все это оборудование закупалось тоже все за свои деньги. Где-то там долги, еще какие-то вещи. Слава богу, что все сейчас нормально. Вот. Услуги здесь достаточно разные могут быть. Здесь могут проходить как координационные тренировки чисто на кардио, также и работа со своим весом. То есть, в принципе, то, чем мы здесь занимаемся, называется функциональный тренинг. То есть, в основном, это направлено на развитие функциональной подготовки, ну и, конечно же, снижение лишнего веса, подтягивание мышц и всего остального. Буквально там 3-4 месяца вы просуществовали от начала, и начался карантин. Вот как поменялась ваша жизнь и как это повлияло на ваш бизнес? Ну, в самую первую очередь, хочется сказать насчет оборудования, потому что оборудование действительно достаточно дорогое. Вот последняя покупка, если мы повернем камеру, вот здесь вот тренажер для гребли, он очень дорогой, действительно хорошее вложение, но и он очень крутой. Мы не пожалели для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы шагать дальше. И не жалели никогда, в принципе, никаких средств для того, чтобы развивать свое дело. Не только в плане оборудования. Оля очень много посещает разных курсов. Здесь над дверью есть сертификаты, которые она получала с прохождением этих курсов. То есть мы постоянно пытались развиваться. Сейчас с началом карантина, еще с первой волной, понятное дело, что курсы все перешли в онлайн-режим, и то это все пока настроилось, это все очень тяжело происходило. Ну и сейчас, понятное дело, что онлайн-режим не передаст всю атмосферу, всю информацию. Это все надо визуально видеть, правильно выполнять и тому подобные вещи. Поэтому уже от этого мы немножко пострадали, потому что у моей жены есть очень хорошее качество, она очень любит учиться, очень любит пополнять свой арсенал в спортивной сфере. Это очень круто, и сейчас это немножко тормозится, хотя, я же повторюсь, в онлайн-режиме она постоянно развивается, постоянно ищет что-то новое. Что касается бизнеса, ну, в первую очередь, конечно же, с первой волной все стало очень грустно. Очевидно, что все закрылось, да, и мы были вынуждены тоже закрыться. После этого закрытия мы потеряли больше 60% клиентов. То есть, по сути, наше открытие после первой волны карантина началось как с чистого листа. То есть остались только постоянные люди, которые уже очень долгое время на протяжении долгого периода ходили к нам заниматься. Вот. А вот новый набор, скажем так, мы опять начали с чистого листа. То есть, ну, мы потеряли очень большое количество клиентов и, соответственно, очень большой кусок прибыли, да. Вообще сейчас в условиях карантина тяжело говорить о каких-то доходах, тяжело говорить о какой-то прибыли и каком-то, ну, личностном, да, материальном развитии. Очевидно, что этого нету. С приходом второй волны карантина, когда ограничили доступ по людям, да, на 10 квадратных метров один человек, мы немножко перестроились, так как мы, очевидно, что мы хотим работать, мы хотим развиваться дальше, нас как бы ничего не смущает в плане государства, потому что мы делаем все сами. Вот единственное ограничение карантина, конечно же, влияет очень сильно. Если взять до карантина, мы работали примерно 6 часов в день, да, могли себе позволить там набрать группу 7-8 человек, да, здесь находиться.
то сейчас, ну вот, например, опять же, да, про мою жену, скажем, что вот она на данный момент работает по 12 часов в день. Без выходных, без какого-то отдыха, потому что мы понимаем, что, ну, по-другому мы просто не то чтобы ничего не заработаем, мы просто будем работать в минус, поэтому, ну, здоровье, детей почти не видим, ну, как-то так, пытаемся барахтаться, не хотим, конечно же, закрываться и не собираемся этого делать, то есть будем тянуть свою лямку до конца. Вам пришлось платить за аренду помещения в период карантина и как сейчас? Так как у нас помещение не коммунального предприятия, оно в частных руках, поэтому пришлось вести диалог, но слава богу, что человек пошел навстречу, мы не оплатили аренду. 2 месяца полного локдауна мы не платили аренду. Сейчас мы все платим. То есть как только локдаун закончился, мы, естественно, возобновили платежи. Но по коммунальным платам мы все платили и во время полного локдауна. У нас выхода не было, приходилось оплачивать все электричество, тепло и все-все-все остальное. Вот. Аренду, да, вот 2 месяца... Могу ошибаться, может, 2-3, давайте скажем так, 2-3 месяца мы не платили аренду, все остальное время, и сейчас мы платим так, как договаривались, то есть в полном объеме. Насколько местная власть поддерживает начинающих предпринимателей, и какие от них, например, были к вам, ну, какие-то уступки, поблажки или поддержка какая-то, что было вот с их стороны для вас? Или не было? Очень интересный вопрос. Улыбаюсь просто потому, что никакой не поддержки, у нас никакого коннекта с нашей властью. Не знаю, как будет сейчас с этой властью, да, с новой. Мы выбрали новых депутатов. Посмотрим, будет ли какой-нибудь коннект вообще с ними. Но спортивная сфера в нашем городе очень такая тяжелая. Почему-то все считают, что она... Должна быть бесплатной. Да, типа она как якорь, знаешь, вот опустили и все, мы там вот держим на дне, на том, будет что будет. То есть не, мы все своими силами делали, абсолютно никаких разговоров с властью, никаких там просьб или еще чего-то, мы как бы, у нас такая семья, такая психология семьи, что мы не будем ни у кого ничего просить, мы сами сможем всего добиться. Мы спортсмены в прошлом, и детей растим спортсменов, и я работаю тренером, воспитываю детей. И когда я говорю каждый день детям на тренировке, что нужно верить в себя, нужно самому пытаться чего-то добиться, то я, соответственно, сам живу по таким же правилам, поэтому... Никакой помощи от власти в плане этого сооружения, давайте тоже уточним, потому что в плане моей работы тренерской там уже есть какой-то коннект, есть моменты, которые, да, администрация КДУ США, администрация города где-то что-то помогает. В плане именно нашего бизнеса никакого коннекта с властью не было, поэтому все своими силами, только своими. На твой взгляд, какие должны быть действия местной власти, чтобы помочь предпринимателям, начинающим и уже существующим, для того, чтобы бизнес Славутича развивался? Тоже интересный вопрос. Это, ну, знаешь, как диванные эксперты. Я могу сидеть, умничать много, но как это реально сделать? Мне кажется, это уже немножко посложнее вопросы. Ну, на мой взгляд, у нас есть очень много коммунальных предприятий и очень много помещений у этих коммунальных предприятий. Изначально, когда мы искали себе помещение для этого зала, для этой идеи, все у нас очень сильно упиралось в коммунальные предприятия, потому что такие завышенные цены на аренду, что просто, ну, честно, иногда за голову берешься и думаешь, ну, где вы берете эти цифры? То есть, если бы не частники, вообще, я не знаю, скорее всего, мы до сих пор бы, наверное, сидели бы и не открылись бы, ничего бы у нас не было. Скорее всего. Поэтому, на мой взгляд, да, стоило бы пересмотреть все эти моменты с уплатой аренды, потому что помещений, я знаю, гуляет по городу достаточно много, и я знаю много людей, у которых есть какие-либо идеи, и они бы хотели их воплощать, но, увы, упираются в материальные, да, какие-то проблемы. Может быть, вот так. В плане налогов тоже мне тяжело говорить. Мы исправно платим налоги, но пока в городе лучше не становится, к сожалению. Вот. Ну и вообще к власти есть много вопросов, масса вопросов. Можно
бесконечно критиковать, можно бесконечно прославлять. Это я не хочу удаваться в политику в этом направлении. Поэтому, ну, какое-то вот такое мнение. Ну и сейчас у тебя есть буквально там 1-2-3 минутки, чтобы пригласить всех славучан, рассказать о вашем графике, ну и как-то прорекламировать. Уважаемые славучане, мы всех приглашаем к нам в спортивный зал. У нас есть свои странички в Инстаграме, в Фейсбуке, вы все можете прекрасно найти. Мы называемся «Фитнес-цех». Мы занимаемся только на качественном оборудовании, мы пытаемся постоянно развиваться, не стоять на месте, закупать новые интересные штуки для того, чтобы вам было заниматься намного интереснее и приятнее. Всех ждем у нас в гостях.